прошлого не построишь будущее. Привет, я Даша, и сейчас я еду в машине на соседний город, на выставку тропических живых бабочек. Так прикольно, там часть комнаты обтянута материей, синей такой. Сверху такая марля, на входе не дверь, а такие, ну, ткани наглухо зарешеченные. И ты туда заходишь, и они прям вот летают. То есть ты на них не смотришь, как на... То есть они не в каких-то клетках, аквариумах, где там бабочек содержат. Ты заходишь, они правда летают вокруг, над тобой, мимо тебя. Вот на маму даже села бабочка на руку. Голубой морфо. Да, который считается, кстати, посланником небес. Мам, ты зачем желание не загадала? Не знаю. Я скорее фото не успела чуть-чуть. Вот. Но вообще, конечно, потрясающее ощущение, когда зашла, я прям замерла, потому что я вообще не ожидала, что они живьем будут вокруг меня летать. Там еще стоял, ну, как это, целая ферма коконов. Вот там коконы, там коконы. Коконы, они уже здесь вылупляются и становятся сибиряками. Я в кадре. Да, и в углу там такая фабрика коконов, они прям висят, на них теплый пар идет из специальной аппаратуры. Мы видели 2-3 бабочек, которые только-только вылуплились и висели, сушили крылья над этим дымом. А, вот, кстати, за моей спиной главный вход в музей. Где? Ой. На чем я смотрю? Сушили крылья, и одна бабочка только-только начала вылупляться, но это там нужно долго стоять и полить, чтобы она вылупилась, поэтому уже не стали это на камеру это снимать. Процесс рождения, где это увидишь хоть когда-нибудь, правда же? Угу. Так что, да, шикарно, если в твоем городе будет такая фишка, я так поняла, они путешествуют, гастроли у бабочек, и непременно зайди, я очень настоятельно рекомендую. Все, пока!